Сегодня мы будем изучать полноразмерную, беспроводную и многофункциональную мышь компании Logitech Performance Mouse MX. В коробке, кроме самой мыши, находятся кабель питания microUSB, блок питания переменного тока, USB-приемник, кабель удлинителя приемника, компакт-диск, краткое руководство по эксплуатации и чехол для зарядного устройства, куда на самом деле помещаются все кабели. С первого взгляда ясно, что Performance Mouse MX разработана специально для правшей. Об этом говорит глубокая прорезиненная выемка для большого пальца. Когда рука ложится на мышь, в выемке палец уже поджидают 4 перенастраиваемые кнопки – увеличение, вперед-назад и кнопка превью. С их помощью можно управлять перемещением между веб-страницами, приложениями и просмотром фотографий. Сверху же размещена кнопка, которая помогает основному колесику поворачиваться либо плавно, либо ступенчато. Выглядит мышь стильно. Внешне это комбинация черного и темно-серого, немаркого и приятного на ощупь пластика. С серебристой полосой на грани. С торца мышки находится microUSB разъем, через который заряжается мышиный аккумулятор. Это можно делать через компьютер или через стандартную стационарную розетку, даже во время использования мыши. Важное отличие этой модели от остальных грызунов – технология Dark Field Laser Tracking, которая обеспечивает точное позиционирование курсора на сложных поверхностях, даже на стекле. Сверхскоростная прокрутка позволяет бегло просматривать большие документы и веб-страницы при помощи одного поворота колесика, сделанного из почти не создающего трения сплава. Специальные утилиты Logitech SetPoint для среды Microsoft Windows и Logitech Control Center для Mac позволяют настроить параметры мыши под свои нужды и переназначить функции клавиш. Например, можно выбрать необходимую скорость, ускорение и след указателя, в том числе для горизонтальной и вертикальной прокрутки. Нужно сказать, что гаджет достаточно увесист, и вместе с тем эргономичный фирменный дизайн, возможность перепрограммирования клавиш, работа на стеклянных и зеркальных поверхностях и вспомогательное программное обеспечение, несомненно, покорят владельца этого мауса. Не стоит забывать и о таком преимуществе, как новая технология Unifine.